Более 35 тысяч рабочих и свыше 12 тысяч специалистов ищут через службу занятости работодатели Подмосковья. Наиболее востребованы такие должности, как специалист, полицейский, медсестра, охранник и инженер. Также заявлена потребность в подсобных рабочих, уборщиках производственных и служебных помещений, швеях, водителях и грузчиках. Соискатели, в свою очередь, заинтересованы в вакансиях менеджера, бухгалтера, кассира, администратора, а также продавца, водителя, кладовщика и уборщика. На учете в службе занятости на сегодняшний день составит почти 130 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составляет 3,13%.